У Могилёве назвалі лепшы пад'езд і лепшую дваровую тэрыторыю. Наша здымачная група наведала уладальнікаў дыплома першай ступені гарадскога савета дэпутатаў. Атрыманую прэмію мяркуюць накіраваць на далейшае добраўпарадкаванне. Могилёв, вулица Якубовского, 55. После капитального ремонта дома, рассказывают жильцы 4-го подъезда, однотонные стены подъезда выглядали неяк сумно. Тому и вырешили по-мастацку оформить лесвичные пролеты. Жильцы выступили за инициативой, собрали гроши на фарбы. Тем больше такая практика у микрорайоне иснуя давно. Уже упрацуя маляр с мастацкой эдукацией. Мы по 22 рубля сбрасывались. Вот ящики новые купили, нам тоже красивые. Красота вообще. И с каждым этажом еще выше, все вот вы пройдете. Красота везде, на каждом на эти. Молодцы девочки, конечно, трудились, трудились. Умнички. Красиво. Идешь и прям вот приятно подниматься. На одном поверсе пейзаж со сланечниками, на других – краевиды с мором и пальмами, пригожая белорусская зима, летний гай. Мясцовые жыхары теперь отрымливают асалоду от прыгажосці, аккуратности и чистини. Мы стараемся держать планку, и у нас почти каждый год, даже, наверное, не почти, а каждый год мы занимаем первые места, потому что у нас не единственный этот подъезд. Мы пытаемся с жильцами как-то кооперироваться, наши маляры предлагают, и таким образом у нас все подъезды такие радужные и красивые. Пожелание всем жителям Ленинского района также трудиться с таким же азартом, с таким рвением. И мы, как исполнительная власть, все сделаем для того, чтобы жителям города было комфортно трудиться, жить, развиваться в нашем любимом Ленинском районе и городе Могилеве. Активисты у мясцовага самакіравання заахвоцілі на актыве района. А так, за дыплом першай ступені у конкурсе на лепшы пад'езд жильцы атрымалі прэмію 10 базовых велічынь і плануюць гэтыя грошы накіраваць на реалізацыю наступнай ініцыятывы жильцоў па добраўпарадкаванні двара. Татьяна Сергійчык, Дзяніс Жавіна, навіны рэгіёна.